Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой. Под прошлым роликом с обновлением мы набрали 2000 лайков. Давайте побьем этот рекорд, и если вы хотите, чтобы ваш учебный год закончился максимально отлично, чтобы у вас были самые лучшие оценки, то поставь лайк, и у тебя будет самый лучший выпускной и самое лучшее лето. Просто поставь лайк ради лета. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем играть в нашу любимую и замечательную игру. Это Hustle Online. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем проходить наше весеннее пропуск. Так сказать, выполнять задания, с помощью которых мы будем получать всякие бонусы, плюшки и прочие действительно вещи. Кстати, обязательно качайте игру по ссылочке в описании, потому что она абсолютно бесплатная и в ней нет абсолютно никакой рекламы, и ты сможешь начать играть прямо сейчас, кайфануть от нее и всякое такое. Но, ребята, сегодня мы будем искать какие-то новые задания, которые у нас должны быть. Поэтому давайте, ребята, сейчас взглянем, собственно говоря, там, где мы, где мы находимся. И это сейчас нам не важно. Главное, собственно говоря, в чатике написать /меню, после чего у нас откроется вот так вот менюшка. И вот тут у нас весенний пропуск, нужно заметить. Давайте посмотрим, какие есть задания. Так, мы наваливаем бас. Установить сабвуферный транспорт. Отличненько. Интересное, конечно, задание. Но давайте посмотрим, что еще есть. Недостаточно средств. Пополните баланс телефона на 1615 рублей. Окей, давайте, ребят, кстати, так и сделаем. Я думаю, что это задание точно будет не тяжело выполнить. Для этого что нам нужно сделать? Куда мы с вами сейчас едем? Берем, вот так вот ищем на карте банк. Он находится у нас не так уж и далеко. И просто едем туда, и там мы все это делаем. Поэтому, ребята, обязательно переходите по ссылочке в описании, качайте абсолютно бесплатную и очень крутую игру Hustle Online и начинайте играть вместе со мной. Потому что она, во-первых, абсолютно бесплатная, во-вторых, без какой-либо рекламы, и в-третьих, она идет абсолютно на любой телефон. Хоть у тебя Honor, хоть Samsung, хоть Huawei, в принципе, разницы никакой нет. Хоть iPhone, потому что игра идет абсолютно на любые устройства, хоть Android, смартфон, iPad, Android там или планшет, просто переходи по ссылочке в описании и качай ее. В принципе, она действительно кайфовая и очень интересная. Я уверен, что вам она понравится и будет очень круто в нее поиграть. Поэтому все. Побежали в банк, мы тачку закрыли, потому что, смотрю, тут какая-то суета, мало ли, сейчас Витор решит, кто-нибудь захочет угнать, потому что сразу любят там игроки подбежать, проверить, закрыта, не закрыта тачка. Такое вот, в принципе, бывает у игроков, поэтому, так что не обращаем сильно внимания. Окей, зашли в банк, смотрим, тут тоже чуваки какие-то там что-то оплачивают, и мы смотрим, что нам нужно сделать. Взаимодействовать с банком, это наши счета, нам нужно, собственно говоря, подойти к вот этой штукенции, взаимодействовать, окей. Заплатить за дом, оплатить аренду дома, оплатить гараж, решение налоговых вопросов, оплатить аренду. Подождите, стоп, а где у нас оплата телефона? Стоп, я вот вижу, что у нас за дом, кстати, опа, надо за дом заплатить 8 дней, чтобы было все четенько. Да, все, мы успешно оплатили. А где за телефон? Оплатить аренду бизнеса? Чуть-чуть я не понял. Так, подождите, либо это может делать в банкоматике. А банкомата что, тут нету, что ли? Я не понял, а как так? В банке нету банкомата? Потому что так, я тут не могу положить на телефон денежку. И, собственно говоря, вот тут тоже, окей, тогда я понял, как это решать. Нам нужен действительно банкомат. Где его можно найти? Ну, в принципе, напротив у них есть магазинчик. Возможно, это сделать там, потому что задание нужно выполнять, и я люблю это делать. Это вот становится очень интересно играть, когда вот есть всякие задания, ты за них что-то можешь получать. Это действительно круто. Че, магазин, что ли, закрытый, что ли? Окей, тогда давайте сходим вот в этот, что ли, в закусочную. Вот эту вот закусочная вкусная. Надеюсь, там что-нибудь еще реально еще, может, перекушу. Странно, что это такое? Тоже, что ли, закрыто? Довольно-таки реально странно. Такое впервые в жизни вижу. Окей, ладно. Я вижу, что впереди у нас есть телефон какой-то там, значит,
значочек или что-то такое. Давайте сходим, сбегаем вот туда вот на телефон, посмотрим, мало ли, может быть, у меня какой-то глюк или что-то еще, потому что обычно такие задания, в принципе, выполняются довольно-таки легко. Странно, а почему-то это не получилось. Очень интересно, почему я в банке не могу оплатить за телефон, хотя, по идее, должно это быть, но почему-то магазины, возможно... А, я ж ночью пришел, скорее всего, из-за этого. Сейчас же уже вечер, поэтому сейчас что-то все закрыто. Окей, ладненько, сейчас тогда обойдем. Я, в принципе, знаю, где у нас есть банкомат, а где нам мы можем положить денежки. Сейчас развернемся и сделаем это, потому что, скорее всего, в банке реально ты можешь заплатить за дом, за прочие системы, там, налог оплатить, а вот за телефон надо будет платить в каком-то банкоматике, в таком, в киоске. Поэтому сейчас мы его найдем. Поэтому отличненько. Сейчас тачку завели. Ключик, собственно говоря, сделали. И заводим тачку. Все, теперь мы с вами погнали. Сейчас развернемся и съездим к какому-нибудь банкомату. Я думаю, что с этим мы и справимся вообще максимально на ура. Главное найти, где сейчас открыто, потому что мало ли, что у них тут есть. Так, вот, в принципе, вот эта закусочная у нас всегда открыта. Я даже тачку не буду глушить. Я надеюсь, что сразу будет открыто все. Да, странненько, отлично. Почему-то я не могу положить денежки на телефон, потому что тут все закрыто. Окей, я такое в жизни первый раз вижу в Hustle Online. Обычно все банкоматы, ну, все магазины открыты, а тут что-то подзакрыто. И как-то меня это подрастраивает чуть-чуть. Может быть, вот тут, собственно говоря, в этом, в риэлторском агентстве хотя бы есть. Ну-ка, вот мне интересно. Может быть, мне нужно оплатить за вход или что-то еще, я не пойму. Государственная стоимость, центр входа. Вход не открывается. А войти не получается все равно входить. Странно, что это такое. Первый раз такое вижу. А, вот! Что? Походу я просто не нажал. Реально, ё-моё, я просто в шоке. Я просто затупил жестко, причем максимально жестко. Такого я, конечно, себе никогда не позволял. Но это первый раз у меня, поэтому, ребята, не обижайтесь. Может быть, я действительно чуть-чуть забылся совсем, реально максимально забылся. Сейчас мы решим эту проблему, потому что я просто затупил. Видимо, вышло обновление, а я немножечко не знаю, что в нем изменилось. И походу я как-то вот ошибся немножечко. Поэтому все, теперь мы сейчас точно зайдем в супермаркет, в этот, в закусочную. Там должен быть у нас... да, все работает. Ё-моё, я думал, что они реально закрыты. Вот он, наш банкомат, давайте к нему подойдем. И вот тут положить на банковский счет, положить на счет предприятия. И тут должно быть снять со счета, оплатить штраф, пополнить мобильный телефон. Вот, давайте его на 2000 пополним, свой мобильный. И сделаем вот так, 2000 рублей. Все, 2000 рублей мы положили, недостаточно средств выполнить сразу. А, все, отличненько, все, мы теперь выполнили задание, и у нас проявился боевой пропуск. Да, замечательно, теперь мы должны вот сейчас третий уровень. Ё-моё, надо быстрее продвигаться, потому что что-то я медленно все это делаю, но чуть-чуть затупил. Поэтому, ребят, обязательно переходите по ссылочке в описании, качайте Hustle, действительно интересная игрушка, в которой много чего можно делать, это реально топово. А также, чтобы получить сразу крутой бонус, смотрите, что нужно сделать. В чатике пишем /меню, после чего переходим вот сюда вот, во вкладочку «Активировать код», нажимаем «Активировать», и вот тут в появившемся окне вам нужно написать три буквы «Т», «О» и «П». Пишем три буквы «ТОП» и вводим этот промокод, и получаем изи деньги. Ну а кодовое слово в этом ролике пускай будет «мобильный телефон». Все, кто напишет слово «мобильный телефон», обязательно попадут в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем до скорых встреч!